Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В российском правительстве, сообщает «Коммерсант», созрели конкретные предложения по поводу официальной продажи блатных автомобильных регистрационных знаков. Как мы помним, ранее говорилось о том, что это будет делаться на сайте госуслуг. Конкретика заключается в озвучивании стоимости красивых номеров от 600 тысяч до, представьте себе, 6 миллионов рублей. Для мотоциклов от 200 тысяч до 2 миллионов. Продавать знаки собираются в формате онлайн-аукционов, каждый из которых будет длиться один месяц. Трасса 101. Похоже, автовладельцам и водителям в России скоро перестанут давать 30% скидку при заказе услуг ГИБДД через сайт госуслуг. Против этого выступило Министерство финансов. Ведомство напомнило, что дисконт был внедрен в 2015 году, а затем продлен. Конечный срок предоставления скидки – 31 декабря 2020 года. Дескать, 5 лет достаточно для того, чтобы раскрутить упомянутый интернет-ресурс. Трасса 101. Интересненькое дельце нарисовалось в Татарстане. Мужчина под шофе передвигался на электрическом самокате. Его остановили сотрудники ДПС и потребовали предъявить документы на двухколесный транспорт. Он говорит: «Нету, тогда дыхнить в трубочку. Не буду». Стражи дорожного порядка в итоге оформили гражданина как водителя, отказавшегося от освидетельствования. Ему грозит лишение водительского удостоверения. Какой категории, не сообщается. Трасса 101. Сбербанк запустил ранее анонсированное приложение для покупки и продажи авто обычными гражданами. Сервис позволяет дистанционно осматривать машины, а также оформлять договоры купли-продажи и оплачивать покупку. Здесь же можно заказать доставку приобретенного авто из другого города. Проверяя историю каждого выставленного на продажу транспортного средства, финансовое учреждение гарантирует безопасность сделок. Трасса 101. Зарубежные эксперты составили список автомобилей, которые отличаются особой долговечностью. Намотать на них можно не одну сотню тысяч километров и не переживать, что машине уже очень много лет. Специалисты уверяют, что учитывали отзывы и самих владельцев авто, и автослесарей. В тройку лидеров попали Subaru Forester, Ford Fusion и Toyota Corolla. Далее идут Audi TT и Audi A6. Не обошлось в перечне и без Toyota RAV4, Honda CR-V и Toyota Camry. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101.